на линии. Да, да. Ага. Сереж. Да. Сережа, ну вернись домой, ну надо врача вызывать. Или вызывай врача, чтобы тебя прокапали. Ну, пожалуйста. Я уже делал. Вообще нету проблем никаких. Вообще нету проблем. Ты говоришь, что у тебя проблемы. Что тебе, у тебя стресс, что у тебя там жизнь какая. Сережа, элементарно все решается. Просто надо вызвать врача, лечь в больницу. И вообще все, ты сам все решишь. Все элементарно. И дети будут с тобой, и Наталья. Не надо мне никого. Я один. Все. Ну а что ты один-то? И во что ты превращаешься один? У тебя сердце остановится. Ну и что? Давай вызывай врача. Остановится, значит. Я приеду потом после обеда. Остановится, значит, остановится. Сергей, давай с Джексоном тоже переговори этот момент. Надо выкарабкаться уже отсюда. Люди же донатят, звонят, поддерживают, чтобы ты перестал. В спортзал хотели пойти, вон там, с молодым человеком. Пару дней назад обсуждали. Я просто устал от всего. Ну ты устал, потому что у тебя жизнь ненормальная. Ты только бухаешь, а мозг не работает. И естественно, у тебя физиология твоя, организм не выдерживает это. Ну, Сереж, давай, ну включайся. Ну ты же всегда был самостоятельным, ты всегда все проблемы решал. Ну что ты сейчас, как ребенок?